Всем привет, с вами Андрей Чент, и мы продолжаем проходить Resident Evil 2. Итак, закончили мы на том, что тут, слышите, ходит а-ля огромная тупая голова, а нам нужно подумать, что делать дальше. Нам нужно как бы найти микросхемы, где мы еще не были, но мы еще не были вот здесь, в прачечную. У нас есть бубновая дверь, и, наверное, вот... Дисковый замок мы открыть не можем, а чтобы в прачечную попасть, это через второй этаж. Сможем ли мы отойти отсюда, конечно? Только где он? Блять. Вроде ушел. Это мое самое любимое, это, знаете, пройти сквозь чувака. Здесь, конечно, пароль. Я даже не знаю, какой, если честно. Так, тут у нас ни хрена нету. Чего они так лежат, как будто хотят встать? Он где-то здесь. Так, прачечная. Что в прачечной? О, это нам надо. Это нам сейчас даст возможность добыть вторую кнопку. Ну, поехали. Так, один, два. Ага, значит, два, один. Три нет. Два, один, четыре. Ага, два, один, четыре. Пять нет. 2, 1, 4, 6. Нет. 2, 1, 4, 7. 2, 1, 4, 7, 6. 2, 1, 4, 7, 8. 2, 1, 2, 1, 4, 7, 8, 6. 2, 1, 4, 7, 8, 5. 2, 1, 4, 7, 8. 7 у нас было, 3. О, есть контакт. Там вторая кнопка у нас. Что она нам даст? Она нам даст возможность открыть... Ага, все, бубновое уже мы не можем выбросить. Отлично. По карте. Еще порох тут есть. Ну давай возьмем порох, хорошо. В принципе, тут больше ничего нету. Теперь нам нужно спуститься. Блин, а кода реально, да, от этого замка у меня нету? Вот как бы я не хотел. Нет. 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 Может, где-то он, конечно, мне еще и не попадался. Первые буквы имен. Клавиши. Зеленая, синяя. ДЦ мы уже вводили. Ну да, пока как-то вообще. Может быть, в дальнейшем где-то будет. Не шуми. От греха подальше.
он прекрасно все слышит. Так, вставляем кнопку. Значит, первое, что нам нужно, это точно, это открыть, значит, 203. И все. Да, тут 203. 203. У нас сейчас хотя бы будет место побольше. Иди сюда. Есть контакт. Так, и что у нас тут осталось? 102. 103. И все, да? 102, 103. Штык, нож и порох. Так, 102. И 103. Все, забираем. Так, порох для пистолета. Ну да, давай для пистолета. Да. И штык-нож. Отлично. Так, тут у нас патроны есть. Тут у нас 13. Оп, полная обойма 26. Супер. Так, у нас есть 3 места. А что дальше? А вот теперь вопрос. У меня остался ключ от чего? Какой? Сердце. Трифовая дверь. А куда он хотел использовать бы это сердце? Давай посмотрим. Тут ничего. Да, давай тут. Тут у нас красная трава. Питомник тоже ни хрена. Еще ниже. Красная трава. Вот единственное, что-то вот такое вот. А это балкон. Какая-то дверь. О, ну надо найти в часовую башню. Потому что дисковой замок, библиотека еще до сих пор светится, как не изучено. Странно, почему. Вообще без понятия, почему библиотека светится, как что-то. Красная трава. Куда черви используются этот ключ? Я вообще не вижу, если честно. Ну не может быть такого ж, правильно? Куда вы хотите его использовать? Без понятия. Ну, давай зайдем в комнату записи. Это нам нужно сейчас у вас зайти. Там еще порох лежит, да? Это сюда. Это сюда. Это сюда. И в конце порох. Ёб ты, блядь. Ну, мне нету ключа на этот. Угу. Да и в принципе он и не нужен. Так, тут зачистили. Ну что, идем тогда на третий этаж. Так, секунду. А как нам туда уже попасть? Это... Как мы попали на третий этаж сюда? А, через библиотеку. Правильно? Мы библиотека, поверху побежали. По-моему, да. То есть нам нужно в библиотеку. А библиотека на втором этаже. Ну давай. Так, библиотека. В принципе, я могу выпрыгнуть через окно. И тем самым быстрее добраться.
Типа прям, блядь. Я что-то подумал, что мы выпрыгнем. Выпрыгнем с другой стороны. Подстава. Запасной выход. Стоп, 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 сюда. Да. Блять, вон он. Сейчас пока он поднимется. Мне бы спрятаться. Наверное, в часовню. Так, что у нас здесь? Нам тут нужна шестеренка. Правильно, какие-то шестерни нужны. Какая-то шестерня, но мне ни хрена нету. Если он сюда не зайдет, тут ничего. Тихо. Сейчас не открывай. Нужна какая-то шестеренка. Я что-то помню, когда мы играли за чувака, но помнится как-то хреново, если честно. Да нет, тут ни хрена нету, мы тут все, что было, забрали. Оно и подсвечивается проверенным. Не, шестерня, наверное, все-таки не здесь. Там у нас что-то лежит. Но так просто его не... Этот лифт нужно опустить. Правильно ж? Это у нас микросхемы лежат. Колокол. А я не помню, что если колокол стрельнуть. Что-то будет? Нет. Ладно. Может, что-то еще в холле есть, потому что холл подсвечивается еще красным. Трава. Может, за травы? Да. Тут больше ничего. Блять. Ты издеваешься? Ну, это серьезно? Давай, сейчас спускаемся по лестнице. Мы дождемся его снизу. Где он?
сука. А ты, блядь, вот так. Я думал, ты сейчас будешь отходить. А ты, бля, решил таким способом, да? Блин, ну где этот механизм, я вспомнить не могу. Убегай. Блять, вот тут мы еще не были нормально. Oh, no. Вот может здесь посмотреть? Вот он. А блять, он такой большой. Бля. И порох не с чем смешать, да? Блин, и использовать нельзя. И выбросить ключ нельзя. Короче, я понял, куда оно нужно. Все, я нашел. Есть, наконец-то. Забегаем. И, в принципе, потом возвращаемся. Фух, с нашей шестерней. Так, что у нас есть? У нас есть порох тоже. Давай доску на хранение. Блин, ключ. Давай-ка пока на хранение. Хотя, может, где-то что-то откроется, потом этот ключ понадобится. А где? Не, пока на хранение. Пистолет, пистолет, порох. Так, порохом смешиваем. Объединить. Да. Это мы на какое оружие сделали? Это в хранение. 13 патронов. Это у нас получается на... Ага, вот сюда нам, получается, патроны попали нам на этот пистолет. Ну, в принципе, окей. В принципе, окей. Сохраняемся. И нам теперь подняться снова наверх. Позже. Отсюда же мы пришли, правильно? Вот. Да. И туда, да. А потом... Идет. Так. Выстрел, конечно, спалил. Ушел. Надо УЗИ взять. А ты заеб... Блядь.
Блять, вот куда нужно было вставить ключ этот. Как в воду глядел, блять. Сука. Блять. Пошли за ключом, блядь. Капец, блядь. А я еще говорю, блядь, ну куда этот ключ? Ну что мне с ним делать? А вот и дверь, как говорится. Для каждого замочка есть свой ключик, да? Ай, бля, ладно. Столько бегал с этим ключом. Это на хранение, зажигательные снаряды. Давай, наверное, зажигательные лучше возьмем боеприпасы. Так, все. Так, я не понял, а что мне показывают? Я понял, почему показывают так. Стоп, нет, подожди, где снаряды? А что я взял? А, бомбу, наверное, взял. Ладно. Давай бомбу на хранение. И кислотные. У меня же кислотка, да, у меня кислотка. Так, мы сейчас используем, мы зайдем, ключ исчезнет, место, в общем-то, у нас будет. Надо только, чтобы этот хрен ушел. Блять, сука, ты хочешь, блять, ты можешь куда-то уйти, блять, погулять, куда-то сходить. Пиздец, теперь я буду стоять пол, блять, пол уровня ждать, когда он упадет, кто-то уйдет. Нету такой функции, типа подождать полчаса. Большая шестерня, блин, все, то есть мне нужно наверх, то есть ключ мы сейчас используем на ту дверь. Ушел? Ну хотя пока не упает. Уже хорошо. Тут скоты постоянно просыпаются, блядь, никак не сдохнут. Так, что ж там интересно спрятано? Еще один штык-нож? Не, не надо. Деталь, устройство. А вторая сверху. Да? Да. Все, это у нас одна есть. Ключ мы выбрасываем. Берем штык-нож. Где вход? Бля, выход. Побежал, блядь. Бегом. Все. Тихо. Так. Используем шестерню. О. Надеюсь, это не сильно шумно было. Если что, я на УЗИ.
Так, а что здесь? Маленькая шестерня. Маленькая шестерня. Так, у меня есть маленькая шестерня, есть большая шестерня, да? На это намек. Кернаку оставить маленькую шестерню. Я же надеюсь, он сюда не зайдет. Я стараюсь не шуметь. Вот сюда маленькая шестерня. Так, а что я теперь? Большая шестерня. А, еще можно использовать большую. А куда? Наверх. Это не он зашел? Не. Типа эта шестерня нам уже не нужна. А эту шестерню тогда куда мы используем? Наверху. И, наверное, тем самым заработает лифт. И мы заберем вторую коробку с этими хренями. А потом мы пойдем составлять ту головоломку в комнату шерифа. Вот сюда теперь большую шестерню, правильно? Да. О, заработала машина. Конечно, блядь, было шумно. Да, оно-то получилось, он сюда не придет. Нам еще с ним как-то не хотелось бы встречаться. Так. Забираем вторую кокозябру. Есть контакт. Распаковываем ее. Распаковка. Ну, где распаковка? Вот. Так, теперь нам нужно в дальний и вниз, да. Я не вижу, не слышу этих шагов. Иди в жопу. Не ходит. Я думал, что все. А оно все еще ходит. Ну пускай ходит. Так, у нас теперь что? Идем разгадывать загадку. Мы тут его не боимся. Так, вот оно. Использовать. Использовать. Ага, ага, надо так законнектиться, да? Ну смотри, вариант нет-нет. Да. Вариант да. Потому что туда точно нет, да. Хорошо. Тут у нас получается либо так, либо никак. Тут есть такой вариант, такой. Но этот похоже на правду. Э-э-
Так, смотри, то есть тут точно так. То есть мне нужно с двух контактов, правильно, войти в одну точку. Или что? Это я тут рубанул на одно отделение. Так не пройдет. Блин. Теперь так крайне не идет, получается. Что-то я тупняка даю этой головоломкой. Бля. Еще раз, то есть мне нужно с двух точек каким-то макаром. Я не понимаю. Ну сюда ж мне нужно зайти, правильно? Вот я на верхнюю зашел. Вот туда. Ой, бля. С вашими головоломками. Так, что у нас здесь? Ключ-карта, которая висела, да? А я не сохранився? Блять, а я не сохранився. Я ж надеюсь, сейчас ничего такого не произойдет. Рад снова видеть тебя, Клэр. У нас есть незаконченное дельце. И где-то неподалеку. Не пропустишь. А, этот дурачок. Шериф в порядке, пока да. Клянусь, сволочь, если ты ее тронешь. Угу. То есть у нас с этим засранцем нужно бороться, да? Тупая девчонка. Если бы не потерял эту гребаную штуку, я бы отпустил тебя. Спокойно, Шерри. Скоро все закончится. Отсюда должен быть выход. Ох, ни хрена себе, я еще за девчонку буду играть. Ого. Грязная плюшевая кукла. Хрена себе. Так. Ну тут не открыть, логично.
Кубика не хватает, типа, или что? Так, а что мне делать? У меня есть грязовая плюшевая игрушка. Сюда ее использовать? Может, изучить ее? Подожди, может, в жопе... Кубик, да? Угу. Вот, использовать. Так. Ага. Ага, все, принцип понял. Ну, здесь... звезда. Так, давай круг сюда. Звезда, получается, настолько здесь может быть. Мы можем как-то крутить? А, можем крутить. Блять. Я понял. Прям вращать нельзя, но просто можно крутить. Окей. Ну все. А что вам не нравится? Круг, круг, квадрат, квадрат, треугольник, треугольник. В смысле? Ну четко все же стоит. А, надо чтобы еще и сверху совпало. Блять. Простите. Я понял. Ладно. Давай так. Тихо, 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 тихо. Звезда, звезда. Блин, ну эти вроде две как правильно. Круг. Блин, треугольника тут нету, единственное, что. Тут круг один. Тут как будто оно, а вот дальше не оно. А я не могу как-то его перевернуть по-другому. Вот вроде да, вот верхушка вот не сходится, хоть ты тресни. И крутануть же никак по-другому нельзя. Ладно, давай думай другую серию. Хорошо, типа не вариант. Хорошо, ставим эту сюда. А, там надо, чтобы круг-квадрат был. Смотрим, здесь есть круг-квадрат? Круг внизу, квадрат вверху. Давай так поем. Нету. Давай здесь. Вот здесь есть круг-квадрат. В третьем есть круг-квадрат? В третьем тоже есть круг-квадрат. Хорошо, давай пойдем с этого, если что, мы знаем, что еще есть третий. Тут круг-квадрат нету. Все, у нас есть два варианта. Либо этот, либо тот. Так, квадрат-треугольник тут нету. Тут смотрим. Квадрат-треугольник нету. Квадрат-треугольник есть. Дальше, у нас там треугольник-звезда. Смотрим, треугольник-звезда есть. Тут у нас звезда. Блять, вот тут. Тут только одного не. Ты издеваешься, блять. Ну что ж ты будешь делать? Ну все вроде окей, вот теперь только тут чуть-чуть. Ну пробуем последнюю вариант. А давай. А, подожди, а давай пробуем. У нас был. Что там надо было? Квадрат? Треугольник? Не, квадрат, круг. Подожди, квадрат, круг. А где у нас еще есть квадрат, круг? Вот. Давай вот так вот. Квадрат, круг. Треугольник, звезда.
Ну точно не это. Где еще треугольник звезда есть? Тут нету. Тут есть? Нету. Треугольник звезда. Ну тут еще есть. Ну ты посмотри, вот тут чуть-чуть, бля. Блять. Кобздец просто. Ну секундочку. Вроде у меня что-то начало получаться. Аллилуйя, бля. Я просто уже не хотел, чтобы вам уже, блин, вот эту вот хренову тучу времени тратить. Так. Есть, продолжаем. У нас есть ножнички, а не зря тут было показано, что правильно, вот это вот место. Можно вырезать. Нормальная стена у вас просто качественная. Это ты в его логове. А нельзя больше ничего взять? Нет. А сюда нельзя зайти? В окошечко. Угу. Мне что-то кажется, что нам туда. Не знаю почему. Вот что-то сюда мне тянет. Красиво, где это я? That must be the door out of here. Надо ключ. Darn it, I need the key. Дневник Тома. Уже 2 месяца прошло с тех пор, как я написал Оливеру. В ответ молчание. Помогите и так далее. Ну, то есть, короче, тут ключа нету. Что, может, все-таки нам туда нужно было, в ту вторую дверь? Судя по всему. Давай изучим вторую дверь. Что тут как-то вообще пусто, как у мангуста. Я же думаю, этот хрен не придет. Если что, мы можем присесть, да? Я запуталась. Где вы? Стоп. Как я сюда зашла, блядь? Бля. В смысле? Подожди, малая, ты ж туда зашла? Тут... А уже нельзя. Серьезно? А та дверь бы не открылась? То есть перекрыла все. Вот тут я ж пробежала. Ну да. А нельзя. Говорит, иди там ищи.
Нормально? Как пиздец. Я не могу пройти к той второй двери. А чё, ну дернул бы и шо. Ладно, мне нужен ключ. С чем я могу повзаимодействовать? Вот. Дверь. А, может поэтому я не мог туда идти. Что мне в дверь нужно было. О, нет, это он. Не ссы. Я с тобой. О, можно сохраниться. Как раз. Если вы читаете это, звоните в полицию. Ой, блядь. Куда собрала, Шерри? Говорил же, сиди на месте. Нужно учиться послушанию. Не трогай меня, прошу. Пора преподать тебе урок. На тебе, в тыкву кислотой. Ой, хорошо, я его... Что будем делать? Прятаться? You are gonna be so fucking sorry. Go away! Ну, у меня же есть ключ. Нету? Help! Somebody, please! You stupid bitch, that's a dead end! Надо прячемся здесь. Ага. Ах, скотину, еще и дверь закрыл. Дверь заперта. И что мне с ним делать? Where are you? Show yourself! I know you're in here. The longer it takes me to find you, the worse it's gonna be. Может, мне нужно втихаря ему ключики достать со спины? Game over. No! А, нет? А шо, я одной со спины подошел, типа ключи забрать с него не могу. Нужно спрятаться. Может, мне просто нужно постоянно прятаться? Или он ключи в двери оставляет? Надо понять. Дверь заперта, ну. Да не, ключи у него, судя по звуку. I know you're in here. The longer it takes me to find you, the worse it's gonna be. Так он что-то отодвинул. Oh God.
gotta be here somewhere. God damn it! Ага. Нам нужно в той двери, правильно? Фух, получилось. О, ключ остался. Забираем ключ. Молодец, использовать. Что ты меня видишь? Я очень рад за тебя. Это же ключ у нас, правильно? От этой двери. Да. И куда бежать? А. Блять, ты издеваешься. Закрывай. Молодец. Ух ты, нихера себе. Малая, беги. Психопат. Блять. Я ж хорошо бежала. Бля, я ж хорошо бежала. Мазал. Да беги, а не идёт. То есть мы сейчас еще раз открываем эту дверь. У нас ни хрена не получается. Блин, я ж вроде хорошо бежала. Не, он сразу топором. А, успел, секунду. То есть надо было чуть-чуть добежать. Сейчас получишь. Это было сильно. Ну, так тоже неплохо. За 30 минут до этого. Рад снова видеть тебя, Клэр. У нас есть незаконченное дельце. О чем ты? Хватит тратить мое время. Верни медальон, или Шерри умрет. Медальон? Зачем он тебе? Хочешь, чтобы девочка умерла? Ладно, где вы? В приюте. В приюте? А где он? Неподалеку, не пропустишь. Шерри в порядке? Пока да. Клянусь, сволочь, если ты ее тронешь.
serious? Damn it. Ну, короче, мы побежим туда в приют. Магнитная карта до гаража. Just you wait, asshole. Ну что, я думаю, вот на этом месте мы с вами и закончим. А уже в следующем выпуске мы все будем все ближе и ближе. Как говорится, мы должны добежать до приюта. Это в гараж. Бля, и тот говнюк еще до сих пор ходит. Так что добегать будет очень весело. До скорой встречи.